Добро пожаловать в Scarlet Tower, на связи Чандер, и мы можем, кстати, что-то открыть. Давай, дамаг, ладно. Что у нас тут? 10% на 10% больше урона по противникам, у которых меньше 50% хп. В частности, это, наверное, по боссам. Классно должен сходить. 5% на 5% больше урона по элиткам. Угу. И на 10% больше урона находящимся под заморозкой или же этих подожженными. Вот некрасиво, между прочим, с их стороны это делать. Так, ну давай, хорошо, 10% урона по тем, у кого меньше хпшки. Возьмем вот такого персонажа, Алурку. Почему Алурка? Алурка, или это Алур? Больше похоже, что это Алур какой-то, да? Мужчина. У него, в общем, тема следующая. У него есть чардж, который дает одну секунду неуязвимости. И он далеко еще. На 300% больше дальность. Поэтому он должен быть классный. Посмотрим, как он будет работать. Прям сразу заходим и шифтуем. Зашел, шифтанул. Говно, по-моему, если честно. Красивый. Красиво. А урон какой красивый. Давай берем и Fire Staff, и делаем Water Staff наш. Ой, кстати, далеко сейчас было. Так, конечно же, звук. Конечно же. Слишком тихо. Где-то вот сюда, да? Чуть пониже. Потому что там потом эти начнут. Да-да-да-да. Сундуки. Так, сундуки. Все улучшения, по-моему, пахнут. Что? Это дуал катана, господи. Сам аж удивился. Я думаю, ножи и косу тоже нужно брать. Коса классно. Да. Вот это, правда, я бы тоже взял коррупцию. А мы не знаем, есть ли она. Надо торгаша сначала найти. А Hellfire хорошо с чем-то досоединять. С Библией? Библией. Библией. Ну хорошо, давай возьмем тогда здесь Hellfire Staff. С Библией соединим. В будущем. У нас, конечно, Библии пока нет. Теперь есть. Добро. Кто раньше выпал, тех и будем качать, правильно? И Фрост выпал. Хорошо, тогда нож пока просто обделенный. Не приоритет, скажем так. Но в будущем на косу, конечно, мы выйдем. Хорошая штука. Чик, красивый. Хорошо, ты выпал. Я нажимаю, да. Так, атак спид. Давай возьмем, пусть будет. Пригодится. Можно, в принципе, и жадность вкачать, ладно. Раз нет увеличения опыта, мы, видимо, его просто не открыли, я думаю. Хотя релики мы открыли все, к слову. Да. Библия? Давай Библию, хорошо. Так, он подгорает, значит, он может дэшиться, правильно? Да. Вижу, вижу. Сейчас я собираю как раз. Critical chance берем. Вот критические попадания нам точно нужны. Еще большие. Нежно, будем честны. Удачку? Почему нет? Давай. В прошлый раз она прям хорошо бахнула. На 5к. Хорошо, блин, тут же сквозь все проходим. По 872 урона, по-моему, было нанесено. Критулина такая хорошая зашла. Hellfire надо. Hellfire и Библию. Их как раз и качаем приоритет. Добро. Кстати, дышаться я могу. Время от времени. Просто так. Но просто вот этот перезаряжается 30 секунд. Hellfire в первую очередь, потому что он фиолетовый. Жадность. Давай жадность. Больше денег будем зарабатывать.
трупов, конечно, можно заменить. Они, конечно, дамажат, но... По-хорошему бы заменить на какое-нибудь, знаешь, там, поджигание и вот эту вот тему, которая у нас там с поджиганием. Посмотрим в будущем. Надо брать, надо брать. Вот. Сможем ли убить? Маловероятно. Урона, конечно, наносится много. Очень много. Но недостаточно, да? Пробил! Их надо убивать. Ну, сколько смог, столько смог. Пойдет. Хоть чуть-чуть, и то. Максимальный хилфайр, отлично. Теперь не будем укусить. Да. Потом брать сундук. Да. Не раньше сундук. Да. Желательно бы именно так поступить. Ну, давай урон. Что у нас? Закончили сноты. Да, кстати. Первый раз. Первый раз так рано. Зато нам ничего нового не будет выпадать. Особенно из сундуков. Ну, а как оно может выпадать? Из сундуков не выпадет. Так, как раз то, что нам не нужно. Ну давай жадность качаем, хорошо. Больше денег. Да, по две дняшки, пожалуйста. Не знаю, не засекаю, если честно. Библию. Что по две дняшки падает? Нужно теперь в нечетном состоянии держать. Потому что по две денежки делается только на второй перчатке. Ну, без разницы. Fire stuff, frost stuff. Ой, хочу. Еще 12 там улетело. Угу. Удачи. Хорошо бомбануло здесь. Я сама иногда не понимаю, где твои весьма. Удача, хорошо. Библию можно? Можно удачу? Сколько нужно удачи, чтобы мне Библия выпадала? Две. Две Библии. Две Библии, да. За один уровень. Раз, Библия. Что у нас удача? Удача тройка. Это не следует по этим показателям. Показателям у нас удача. Я помню, что она где-то внизу, потом прокачка на внизу. Жадность. Пусть жадность будет, хорошо. Сколько мы не дали? По две монетки. Пока по две? Хорошо бы. Ну то, что уже по две монетки, уже неплохо. Считай, ничего не изменилось. Да. Не, я имею в виду в принципе, то, что мы жадность качали там. Ну давай тогда хорошо, докачиваем жадность. Только на деньги? Странно. Я не знаю на что. Может быть, оно еще влияет на... Не, на опыт вряд ли. Почему? О, Библия. Все, можно брать сундук. Почему ты думаешь, что не может? Не будет ли это? Может, оно совместно? Не уверен. Так, пошли глаза. Значит, скоро будет босятина. Ну, элитка. Загнил мужчина.
поставила, блин. Вроде бежка. Хорошо, так как дамажил. Удачу. Все, Макшу удачу. Сейчас как жопа будет подгорать, надо еще дэшнуться. А уже и не нужно. Underworld Tom как раз таки, вот. 500 урона. И поджигает противников. Уважаемо. Слайм став пока не можем. Фрост став надо. А, мы, кстати, можем уже косу взять. Угу. Погорело и взорвалось. 2002. Неплохо. Можно критануть вот сюда, да. Пахнуло. Ну, они еще живы. Аккуратнее. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Еще было. Но мы их убиваем. Можно еще, еще, да. Еще на 100 урон. На Fire Staff. Согласен. Аккуратнее. Может, там этот... Ай. Все, закончились. Жаль. Да. Может, там КД потом. Надо... А, он сползал на этот раз. Угу. Надо, надо. 2700. Какие цифры. Хорошие цифры. Мне нравятся. Продолжай. В этом канделябер. Где? Да. В той самой местности. Ничего, горят потом. Кулдаун 2 секунды. Кулдаун, да. Давай. Две штуки упало. Угу. Удачи, наверное. Конечно. Денег уже сколько. Спасать всего лишь. У нас еще и 10 минут не проходит. Еще на 400 урон. Хорошо. Кстати, последний апгрейд остался ему. Mm-hmm. Да, хороший. 1900 урона без крита. Уважаемо. Каждый 80. Где-то торговец должен быть здесь, да? Так, да. Нужен компас. А для этого нужно находить торговца и продавать ему. Пать. Да. Сюда. Чтобы покупать все, что есть, не имеет. Надо найти торговца. Денежки, опыт берем. Это библия? Коса. Коса. Нам коса нужна. Бобрина, угу. Ну тут все бахаются жестко. Уран получил. Угу. У нас же соска стоит. Mm-hmm. А, иду. Так, mm-hmm. Удачу, Максим. А хорошо побили, нет, кстати. Тебя прямо идут. Да, они ко мне идут. Напали. Напали. Жаль. Но поубивали мы их несколько штук. Да. Увеличивает область. Отталкивание. 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 Кого? Не знаю. Там мертвы уже в этой зоне вышли. Соседних отталкиваний.
Не знаю, ну взяли и взяли, ладно. Удобно. Хорошие криты. Где там босс, говорите? Еще 4. Там почти 4600. Нужно урон вкачивать, короче. Да. Critical шансы. Critical chance. Давай мы все-таки вкачаем эти пушки. Да. А то мы на одну оружку уповаем. Она клевая, безусловно. Все разносились. На Дед Мороза, надеюсь, он сам не плашай, как говорится. Она бьет метко, но редко. Все, мы уже в будущем. Одинка. А. Так, максим деньги давай тогда, хорошо. Максим деньги, и потом уже выходим под посохи. Прям усиленно. Все равно подъема нет, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Жадность вкачает. Может, они чаще падают? Кстати. Тогда можно. Потому что монет, ты посмотри, сколько валяется. Почему это так? О, блин, еще раскидывает монеты. Гоблины богатые, думаешь? Конечно. Ну, тоже верно. Бустеры у нас только гоблины. Да. Среди бустеров нет ни одного человека. Нет. Согласен с тобой. Это о! Нет, это ночь. Это... Да? Снег. Снеговики нам нужны тоже. Ветер просто начинается, когда... Ты просто аршит. Бомбануть? 8 только. Там пока нельзя. Пока нельзя. Тебе еще 4 уровня по-хорошему. Да. После сундука. Дамаг. Нож. Нож. Давай будем качать оружки сначала, да. Аккуратненько. Вот так. О, цветы. Надо к цветам. Я не смогу, правда, красиво цветы убивать. Проплешина. Крытануло видно. И там крытануло. Больше должно быть. Косы. Хорошо пробили. 5000. А что тебя убило? Я, по-моему, подорвался. Я сам не заметил. Я тебе говорю, эти очень хороший пробег был. 700 ДПСа. Кошмар. Очень сильная штука. Короче, эту штуку надо собирать обязательно. Прям берем Библию. Берем так. Жалко у пчелки. Но забег очень хороший. Мужик классный. Мужик классный тоже, да. Дэшки вот эти особенно тоже много урона. Сильный. Угу. Не, мы, конечно, попробуем в следующий раз молота бойца. Наверное. Вот это интереснее смотрится, если честно, чем вот это. Хотя здесь зона. Здесь зона, которая бустит тебя. И дамаг увеличивает на 20%, между прочим. А если с той штукой, это будет неплохо. Хорошо, попробуем. А, так. Не хватает. Да, да. Можно только что-то вот здесь вкачать, например. Нет, можно, конечно, и таланты вкачать в целом. Вот это докачать. Можно и вот это докачать. Здесь не особо понятно, что прокачивать. Оно все не очень интересное, просто понимаешь? Вот в чем проблема. Я бы тогда лучше вкачивал вот эти вещи. Cooldown, Critical Damage, Critical Chance. Давай шанс крита на максимум просто. И немножко вот critical damage. Да, на максимуме. То есть больше оно не вкачается. Это вот максимум. Что за звездочки, я не знаю. Правда. Так, за 100 можно что-то вкачать. Как там этот? Качается.
А за сотку можно только вот это вот что-то вкачать, но оно все такое себе. Серьезно, такое себе. Можно по элиткам больше бить, в принципе. Хотя мы и так их будем бить хорошо. По подожженным против... Ну давай, ладно. Нет. Я думаю, что все-таки ладно, забей. На деньги забей. Пока покопим лучше. Все, попробуем тогда вот этого мужчину. Поглядим, что он из себя представляет. Ну и поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым-то, собственно, на канале видео и выходит писательское число «Вступить в семью». А семья — это главное. Можно по ссылке в описании. Ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся. Но товарищ с Дэшем мощный.